Добрий вечір, дорогі телеглядачі. В ефірі спеціальний проект «Лото наживо. Пряма лінія». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Я нагадую вам про те, що ми працюємо у живому ефірі, тож ви можете долучитися до наших обговорень. Телефон студії 050-210-08-98. Телефонуйте, ставте свої запитання. Сьогодні у нас у гостях Олександр Іванов, голова Троїцької районної державної адміністрації. Пане Олександр, доброго вечора. Добрий вечір. Во-первых, хочу поблагодарить руководство канала за приглашение на передачу. Дякую, що згодилися. Прийшли, хотіли б почати розмову про сільське господарство в районі. Зараз як воно розвивається, які вже є успіхи в цьому напрямку? Коротко скажу о районі. Троїцький район – один із крупніших сільськогосподарських районів Луганської області. Так как площадь района составляет 160 тысяч гектар. Из них 104 тысячи – это пахотные земли. На территории района работает 95 сельхозпредприятий, юридических лиц. Они обрабатывают 81 тысячу гектар земли. Что хотелось бы сказать за аграрии Троицкого района? Скажем, это уже как традиция из года в год. Благодаря, конечно, погодным условиям, благодаря их умению вести хозяйственную деятельность, добиваемся, скажем, одни из наилучших показателей по урожайности. И в этом году эта тенденция остается? Да. Просто так сложилось, что из 104 тысяч гектар земли в обработке юрлиц 81 тысяча. Это там, где проводится статистика, где есть отчеты о проделанной работе. И, к сожалению, около 23 тысяч гектар земли обрабатывают люди, которые обрабатывают индивидуально свои паи. Там, где мы не можем, конечно, прибавить к району урожайность, так как мы... К сожалению, не знаю. Да, это, конечно, и социально несправедливо по одной той причине, что на сегодняшний день, как мы все прекрасно знаем, наполнители бюджета – это, естественно, конечно, предприятия, юрлица. То эти, конечно, 23 тысячи земли весомого вклада, скажем так, и не приносят ни в бюджет района, ни в области, ни в страны. Але залишається ще все ж таки юридичні підприємства зараз. Які основні культури вирощуються? Основні культури традиційно – це ранні зернові, маслічно-технічні культури, це підсолнечник, кукуруза, пшениця, ячмінь, бобовий, горох, проса. В основному всі сільхозкультури. На території району у нас есть хлебоприемное предприятие, которое осуществляет приемку сельхозпродукции. Также на территории района в 2012 году пришли инвесторы, которые поставили маслопереробный завод, который на сегодняшний день может перерабатывать около 400 тонн подсолнечника в сутки. Если не будет, конечно, технических неполадок. Уборка в этом году, конечно, затянулось в связи с погодными условиями, но, тем не менее, мы вышли на такие показатели, как 115 тысяч тонн раннезерновых, в том числе и кукурузы, хотя еще уборка продолжается в связи с погодными условиями. Подсолнечника уже намолочено 79 тысяч тонн. Это при том, что отчетность есть с 81 тысячи гектар. Навіть більше ця кількість? Ми тільки можемо предполагати, але в даній ситуації, звісно, якщо б наші законодателі прийняли б правильне і вольове рішення, не маніпулювали б продажами землі, я не знаю, ще якими законопроектами, а зробили б налогову нагрузку на один гектар. Неважно, юридичне лице, фізичне, один гектар. То, естественно, была бы лучшая ситуация и с бюджетами, и социально было бы как бы справедливее, так как, в принципе, все занимаются одним бизнесом. Я смело могу назвать, что на сегодняшний день это агробизнес. И в зависимости от каждого, кто как успешно его ведет. Что бы хотелось сказать еще про аграрии в Троицкого района.
техническое обеспечение на высшем уровне. Я, допустим, считаю, как любой хозяйственник приобретается передовая техника, технологии, семенной материал, удобрения. Ну, в принципе, посещают выставки, ведут дискуссии, делятся опытом, выезжают на выставки за границу, чего, может быть, раньше этого не было. За 15-й год у нас в районе создана такая неприбыльная общественная организация, как Союз агропромышленного комплекса Троицкого района, куда вошли сами руководители со своим уставным, скажем, капиталом, который исчисляется, взнос с гектара, ну, чтобы были, скажем, средства для выделения на все социальные вопросы, которые вот, возникают. Это по 15-му году. Ну, в общем количестве, так вот если взять по руководителям, нагрузка около 50 тысяч гектар земли. То бишь, этот союз выбрал председателя правления, учредительный состав, и уже нет такого, чтобы ходить, у кого-то что-то просить, уговаривать. Они сами со своим учредительским составом принимают решение на выделение средств на благо жителей и громады Троицкого района. За 15-й год около 700 тысяч союз работодателей внес вклад в социальные вопросы района. Я считаю, это Целая сумма в рамках района. Да, конечно. И именно это не бюджетные средства. То бишь 400 тысяч направили только на медоборудование в больницу. Были отремонтированы несколько кабинетов и палат, где установлены и кондиционеры, и медицинское оборудование. Около 150 тысяч было выделено на образование. Где-то 50 тысяч на спортивные мероприятия, которые, ну, по предложению, как бы вот проводить районного масштаба. Ну, я могу с уверенностью сказать, что самое главное — обращать внимание надо на людей, вплотную, плотно работать с руководителями именно сельхозпредприятий. Они на сегодняшний день не только, как привыкли говорить, что это, скажем, самодостаточные. Но как любой порядочный, самодостаточный человек, он понимает, если сам у себя ничего не сделаешь, ничего тебе никто не даст и никто не принесет. Ну, также на территории района работают такие предприятия, как Небулон. Как мы знаем, это большое сельхозпредприятие. Ну, там, конечно, социальный вопрос они решают чуть по-другому. На территории сельсовета, где они находятся, они заключают социальные договора, ну и оказывают определенную, скажем, финансовую помощь на социальные вопросы. Так что велика є підтримка району саме аграріїв. А якщо говорити про техніку, ви сказали про те, що нова техніка зараз закуплена, і комбайни, і інша техніка для збору врожаю. Це було закуплено за кошти самих аграріїв, чи, можливо, вони користувалися якимись грантами, програмами? Ні. Саме головне, щоб ми зараз розуміли, коли ми даємо отчети, там, обновлення матеріально-технічної бази, це все покупають аграрії. То бишь мы должны понимать, насколько бизнес на сегодняшний день аграрный рентабельный, но при том условии, если его правильно вести. Технику, технологии – это заслуга, конечно, руководителей. Я думаю, за 2 года моей работы в администрации мы выработали такую позицию, как бы не заставлять, принуждать, умничать, а садиться как бы за стол для обсуждения и принятия правильного решения. На сегодняшний день я не знаю, чем или кого можно чему-то научить. Там очень досвидченные люди. То мы просто-напросто обсуждаем, и что, скажем, в нашей компетенции, там, в наших вот силах, ну, стараемся разрешать этот вопрос совместно, прежде всего, на благо жителей района, ну, естественно, области и страны.
Ми бачимо, що великі кошти були виділені, було відремонтовані і освіта, і медицина. А зараз, якщо говорити про фінансування ось з Луганського обласного бюджету, з районного бюджету, а можливо, з міжнародних яких організацій, є залучення цих інвестицій? Так, звісно. Хотілося б, звісно, поблагодарити губернатора Юрія Григорьевича, ну і всю команду області. В этом году Троицкий район отмечал 90-летие создания Троицкого района, куда были приглашены гости, в том числе был губернатор Юрий Григорьевич, и он району презентовал, или я не знаю, как правильно сказать, сертификат на 1,5 миллиона гривен на приобретение медицинского оборудования больницы. Также в этом году выделено 6 миллионов гривен по программе энергосбережения. Вставляются окна, утепляются фасады, проводятся ремонтные работы больницы крыши, в ДЮСШ ремонт спортзала, ну, как бы преображая все. Меняется вплоть до электрики, душевых комнат, ну, чтобы оно все было эстетически правильно сделано. Также в этом году были выделены средства из государственного регионального фонда на ремонт спортзала Покровского. Но здесь, конечно, при помощи и народного депутата Курила Виталия Семеновича. Также на 2 учебных заведения, замена окон, утепление фасадов. Также в этом году были выделены средства в одной еще кричащей проблемы. Вот у нас, я, допустим, считаю, это не только Троицкий район, но есть часть районов области. Нехватка жилья. Для того, чтобы пригласить специалиста того или иного профиля, скажем, врача, преподавателя, работников культуры, ну, их можно перечислять, нужно решать вопросы еще вначале по жилью. И вот в этом году выделены средства, я, чтобы не ошибиться, где-то 3,4 миллиона на реконструкцию здания под квартиры для медиков. 11 квартир. Но сейчас документы в стадии уже завершения, потому что, вы сами понимаете, у нас есть такая... Не бюрократия, но мы для того, чтобы что-то сделать, мы должны несколько раз что-то переделать. Ну, временный фактор. Ну, есть подрядчики, проведен тендер. Я думаю, в этом году мы начнем... А як коли закінчите в цьому році? Якщо почнете, там рік-два буде реконструкція йти? Ні. Звісно, до кінця року я сумніваюсь. Ну, я думаю, весні буде готова. Ну, там, в принципі, все є, да, там нужно доработати, доділати. Також хотілося б поблагодарити і народного депутата Сергія Владимировича Шахова. Также в этом году были привлечены инвестиции и приобретен Троицкий олейно-прессовый завод, который уже более 5 лет был в стадии банкротства. Что за собой это учет? Это переработка, это рабочие места. Ну и как бы сказать, маслопрессовый завод Троицкий – это визитная карточка вообще района. Ну, в том числе и поселка Троицкое. За 2 года работы я, конечно, благодарен и всему коллективу администрации, районного совета, постсоветов, сельских советов. Ну, мы как бы находим общий язык, и каждый понимает, что нужно делать в данной ситуации. Что касаемо сельских советов, я считаю, нормально выделение субвенций сельских бюджетов, но на поддержание, скажем, ремонтной работы своих учреждений, которые у них находятся. Постсовет у нас, вот глава постсовета Демид Петрович, тоже проводит массу работы по социальному улучшению жизни вот в поселке. Ложится тротуарная плитка, ставятся детские площадки, спортивные площадки. Даже, казалось бы, раньше, может быть, бы и не замечали, но, скажем, аллея цветов. Вот это уже как вот... Дрібниці, так, как бы то кажется, но все это робиться. Да, ну, это, скажем, так вдохновляет. Единственная, конечно, проблема, так как мы находимся, знаете, как-то поговорка, самые северные, самые дальние, то, конечно, это логистика.
в связи с событиями, которые происходят в Луганске, ну, временно оккупированной территории, у нас нет железнодорожного сообщения для грузового транспорта. Сейчас курсирует, конечно, электричка Лантратовка. Кудрачевка, Нова Лантратовка, да, если да, не помиляюсь. Да, да, да. То грузового, конечно, подвижного состава по вывозу сельхозпродукции нет, потому что раньше оно было связано все через город Луганск. Вот эти вот трудности, что они за собой влекут? Конечно, логистика, она всегда влияет на цену продукции, на тонну перевезенную. Вот этот вот дискомфорт. Как бы нехватка машин. И машин много, и их не хватает, потому что вывозить продукцию, во-первых, с поля. Тяжелые погодные условия. Создаются большие очереди. Временной фактор, чтобы сдать продукцию. Ну, но тем не менее, работы проводятся. Никто духом не падает, потому что, вы знаете, в сельском хозяйстве нет такого понятия «сделаю завтра». Если сегодня не успел, завтра можно уже не делать. Но... А ось вирішення цієї проблеми, так, залізна дорога, і те, що ви казали про машини, зверталися до обласної адміністрації? Можливо, вже є якісь варіанти, як можна вирішити цю проблему? Чи то закупити состави, чи то пустити їх? Ні. Це проблема, звісно, озвучилась і здесь на колегах, Юрій Григорович, і, ну, всі знають цю проблему, але вона нерішаема іменно, скажем, областным руководством. Нельзя сказать так, что вот область вот ничего не делает. Но это непростой, скажем, такой бы проект, если бы вот он прошел. Насколько я знаю, для соединения железной дороги, которая, ну, проходит тут дальше вглубь Украины, все, около 40 километров, это, скажем, недешевый проект, и принять его как бы быстро, ну, я так думаю, он на, все равно на доработке, на разработке, потому что так продолжаться, конечно, не может, потому что от этого страдает не только Троицкий район, ряд районов, начиная Белокуракино, Старобельск, Марковка, Беловодск, Миловое, ну... Багато районів. Я хочу нагадати нашим телеглядачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете долучатися до наших обговорень. Телефон студії 050-210-08-98. Телефонуйте, ставте свої запитання. Хотіла би також трошки повернутися до теми житла. Ви сказали, що виділені вже кошти, вже буде розпочати отут ремонт, може до весни навіть закінчитися. Яких кадрів зараз не вистачає району? Ось ви казали про для медиків буде це житло. Да. Это было еще принято изначально, насколько мне не изменяет память, 2013 год. На базе сельхозхимии есть здание, которое было принято решение оборудовать под многоквартирный дом. К сожалению, за последние, скажем, там, я не знаю, наверное, лет 25, как... независимая Украина, капитального строительства на территории района не было, не ведется. Кадры молодые, которые, допустим, вот приезжают после окончания учебных заведений, ну, естественно, особенно сегодня, первый вопрос – это, конечно, социальное, жилье. Нельзя пригласить хорошего специалиста или, скажем, молодого специалиста и сказать ему, ну, потерпи лет 15, там, где-то как-то. Вот эти проблемы, конечно, они, я думаю, в 2017-2018 году они уже будут обсуждаться. Возможно, будем привлекать инвесторов или к постройке, конечно, жилья. Потом мы же задаемся вопросом, почему уезжает, скажем, молодежь, молодое поколение. Ну, во-первых, нельзя аргументировать только на то, что нет работы. Тут еще как бы разобраться, а есть ли желание. Но камнем преткновения, конечно, становится это, скажем, жилищный вопрос. Я только сказала, что нема работы, было бы желание. То есть, бачимо, что открываются предприятия, которые даже были закрыты. То есть, места сейчас рабочие, открываются новые. Есть перспективы, есть вакансии? Ну, вакансии, они есть. Конечно, большая нехватка, ну, как бы не то, что большая, но существует, конечно, нехватка сотрудников и в агроформированиях.
квалифицированных. Мы должны отдаваться с полной ответственностью, какая техника. У нас на сегодняшний день аграрии покупают технику, которую как минимум должен управлять, ну, человек с техническим образованием. Наша молодежь, я, конечно, сколько мы не проводили беседы со встречей, скажем, старшеклассников, ну, с отделом образования, мы стали мало обращать внимание на специальности. Вот у нас это и грядет, вот большая нехватка и токарей, и сварщиков, и механизаторов, и водителей. У нас как-то вот подбор профессий, но это же много зависит еще и от родителей. То ли менчендайзеры, ну, как бы они тоже нужны, но не в таком количестве. Как правило, юристы, финансисты, но столько установок нет. И мы должны понимать, что на сегодняшний день те люди, которые работают в каждом секторе, они своего дела профессионалы, и молодежь, которая приходит, ну, нет себе места работы. И в связи с реформами, с пенсионным возрастом, я не знаю, перспективы не очень радужные. Але проводиться, ви сказали, що робота зі школярами для того, щоб все ж таки показати, що є альтернатива, є інші спеціальності. А зараз ви бачите, що, можливо, більше розуміння є, коли вони бачать про те, що є успішні фірми, які можуть інвестувати навіть у свіжий район, підіймати. Ви знаєте, за останнє время уже многі руководители предприятий вложат инвестиции в молодежь. В обучении, в гарантировании работы. И вы знаете, это приносит свои плоды. Потому что каждый отдается с ответственностью. Здесь, понимаете, как все взаимосвязано. Как приобретение техники, приобретение посевного материала. Но не надо же не забывать о людях, которые работают на предприятии. Но нужны квалифицированные специалисты. Если, допустим, взять советские времена, ну, да, население было больше, задачи были другие, но там со школьной скамьи в сельской местности девчата даже получали права механизатора, тракториста. В городах там были УПК, где ходили, работали на заводы. То бишь государство все равно вело статистику, сколько кого будет специалистов. То на сегодняшний день у нас, как в демократическом обществе, каждый выбирает свой путь. Ну, не всегда верный. Даже беседуя с родителями, ну, каждый хочет, чтобы его дитина окончила высшее учебное заведение. Я не знаю, у нас на сегодняшний день учебных заведений больше, наверное, чем нужно. А також хотілося поговорити про освіту, казала про те, що і за кошти, які виділяє і область, і район, а й те утеплення шкіл, енергозбереження, вікна, утеплення фасадів іде, якщо говорити про технічне наповнення самих класів і ремонт внутрішній в школі, він проводиться зараз? Ремонти все проводяться в школах. Во-первых, ремонти проводяться вместе і з преподавателями, з колективами школ во время літніх канікул. Ну, наповняємость в класах желала би бути краще. Ну, це то, що не може змінити самий даже умний руководитель. Це наповняємость в класах. Ви знаєте, прискорбно, коли приходится принимать какие-то вот кардинально, ну, скажем, прискорбные решения о приостановлении, скажем, учебного заведения, того, что нет детей. Вот есть такие ситуации, когда в 15-м году в одну из школ приехал, вот ребенок один сидит в классе, первоклашка. Ну, какой может быть у него интерес к учебе, когда он один? Вы знаете, буквально в понедельник я был на дне открытых дверей воеводской школы, и пригласили на открытый урок в первый класс. Я даже забыл, что я, скажем, там чиновник, я забыл, что там это первоклассники. Преподаватель настолько вела урок, а их 5 деток. И как они вот отвечали? Аж мне даже хотелось просто подсказать. Понимаете? То бишь класс, он должен быть, ну хотя бы, чтобы он составлял там, ну 7, ну 10 человек. Дети должны развиваться в обществе, им тогда будет легче. Ну, что маем, то маем. Есть такие школы, конечно, прекрасные. Я ни в коем разе не хочу обидеть преподавателей. Но когда, скажем, там третьего класса нет,
или пятого класса нет. Я бы все равно принимал бы решение в сторону всей амбиции. Дети должны получать образование в коллективе. Кстати, что еще хотелось бы дополнить, в 2015 году также большая благодарность областному руководству выделили нам 2 новых школьных автобуса, которые были направлены в Топольскую школу, Привольскую школу. Сейчас решаем вопрос с софинансированием в приобретении еще одного автобуса. То бишь подвозить, и чтобы классы были наполнены. Мы же понимаем, что с собой средства государством выделены, но от субвенции, они же рассчитаны на одного учащегося. То бишь, если в поселке школа или гимназия имеет больше учащихся, где-то меньше, от них забирается на содержание. Ну, я не знаю, какого качества, конечно, получается образование, но я думаю, лучше было бы, если бы школы были более наполнены. Пусть их будет меньше. Я не призываю что-то рушить, но делать какие-то админ здания. Сейчас идет реформа объединения громад. Так, пане Оксане, на жаль, вже не встигаємо поговорити вже про об'єднання громад. Залишається буквально хвилина. Дякуємо, що були сьогодні з нами. І ви хочете також привітати. От імені Троїцької районної адміністрації, Троїцького районного совету, от аграріїв Троїцького району, ну, розрешите поздравити всіх з грядущим праздником Днем работника сільського хозяйства. Що би хотілося б пожелати? Ну, самое главное – это мира и здоровья. То, о чем мы раньше не придавали столько значения. Также профессионального везения, погоды, урожаев и всего самого-самого наилучшего. Дякуємо вам за привітання, за те, що були сьогодні у нас у студії, відповіли на наші запитання. Спасибо. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Олександром Івановим, головою Троїцької районної державної адміністрації. З вами була Олеся Вакуленко. До нових зустрічей.